единственный в Подмосковье и один из самых маленьких в России Приокско-террасный заповедник. Он в 17 с лишним раз меньше Москвы в пределах МКАДа. Приокским назван потому, что образован на левом берегу одноименной реки. Террасным из-за того, что к воде земля спускается в виде 7 гигантских ступеней. Они сформировались здесь более 10 тысяч лет назад и образуют перепад высот в 60 метров. На этой территории умещаются 3 географические зоны – лесная, лесостепная и степная. На территории заповедника сохранилось нехарактерное для этих мест сообщество степных растений. В 1861 году его обнаружил ботаник, профессор МГУ Николай Кауфман. Степная вишня, типчак, ковыль перистый и еще более 930 видов отдалились от своего естественного ареала примерно на 500 километров и оказались в Подмосковье. У ученых есть два объяснения такому путешествию. Растение могло занести сюда течением Оки, либо они прибыли в обозах сена, на копытах лошадей и колесах телег. С 1948 года в заповеднике действует питомник по восстановлению поголовья зубров. На территории около 200 гектаров постоянно живут 50-60 особей. Площадь поделена на загоны. В каждом содержится самец, 4-5 самок и детеныши в возрасте до 10 месяцев. Когда молодняк подрастает, его отправляют в другие национальные парки и заповедники. Таким образом было положено начало 8 вольным стадам зубров в России. Сотрудникам заповедника удалось полностью восстановить в Подмосковье поголовье косули. Для этого сюда в 1957 году завезли две пары этих животных. Сейчас региональная популяция насчитывает около 200 особей. Также зоологи ведут работу по поддержанию численности лосей. На сегодняшний момент в Южном Подмосковье насчитывается более 150 особей. Популяция сохраняется на допустимом уровне. We'll be right back.
1979 году Приокско-террасный заповедник одним из первых в СССР был наделен статусом биосферного резервата. Он подтвержден сертификатом ЮНЕСКО. Новый статус расширил список задач. С 1983 года на этой территории действует станция комплексного фонового мониторинга. Здесь ежегодно осуществляется более 18 тысяч измерений природной среды. Ученые фиксируют температуру, определяют уровни загрязнения воздуха и почвы. Именно эти данные считаются эталонными для экологии всего Подмосковья.